сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области по подозрению в хранении и распространении наркотических средств задержаны две девушки 17 и 18 лет. Студентки Оренбургского колледжа наркотические средства приобретали в интернете через так называемого куратора. В дальнейшем их расфасовывали по пакетам и сбывали путем закладок. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий девушки были задержаны при очередной закладке. При проведении обысков по месту жительства также обнаружен и изъят наркотик. Почти 200 расфасованных пакетов, обмотанных разноцветным скотчем, находились в коробках из-под сотовых телефонов. Подростки в погоне за легкими деньгами не задумываются о дальнейших серьезных последствиях. Наказание за данное преступление самое серьезное – от 10 до 15 лет лишения свободы. Своими действиями молодые люди ломают не только свою судьбу, но и судьбу своих родственников. На улице Сахалинска, из-под закладки, да? Сколько у тебя там находится? Около 90 пакетиков скорости, 100 меф и 10 каш. Эти все пакеты вот ты должна была разложить? Курьером дать. Курьером, да? Закладчикам отдать?